I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Война. Война никогда не меняется. Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, вы находитесь на моем игровом канале Хардкорное прохождение от Михаила не только, это у нас продолжение прохождения долгожданной Fallout 3. И, в общем-то, давно очень много раз пытался, в общем, справить проблему всем багам в DLC во втором Mothership Zeta. Но в итоге я так не смог, в общем, так не смог, в общем, это справить. И все-таки решил это DLC пока не проходить и пройти все-таки другие 3 DLC, которые остались там в Fallout 3. Потому что в этот момент как раз у нас пройдена полностью DLC операция Anchorage. Не из этого мира пока не получается из одного бага. До конца там немножко оставалось пройти, конечно, DLC, но не получается из того бага, который я до этого, в общем-то, показывал. Где-то, наверное, год назад, когда это видео укладывал там насчет того бага. На моменте. Пойдем тем самым оставшиеся 3 DLC, Смерть с небес, точнее начать пойдем прокинуть Пит, Место нрава и Смерть с небес, оставшиеся. Если получится, потом перепроду еще раз, попробую не из этого мира. Если там баг справится, то пройдем до конца, то DLC, а если нет, то на том общем прохождении и закончим в итоге. Полностью уже наконец-то Fallout 3, и там уже можно будет перейти уже к прохождению, следующей игры, на Bethesda. Elder Scrolls 3 Morrowind, как в общем я обещал еще пройти после Fallout 3. По результатам голосования, которое давно проводил уже. Вот так вот. Ну что ж. Пошли-то дома. Не будем время тратить. Идем, в общем-то. Будем проходить следующий DLC, проникнуть в Пит. Пит, точнее, как называется, DLC. Изгой братства. Погоди, что-то не то я нажал. Здесь патрончики есть, миниган. Так, у нас по миниган, по-моему, тоже есть. Но так-то хорошее состояние его, так что ничем чинить его не будем. Нам надо убираться. С кем там воюют они, интересно? О, нифига себе. Песик вперед. Патроны кончились. Так, ладно. Патроны все кончились. Возьмем другое. Магнум, например. Он готов уже, ладно. Патрончики берем. Миниган, конечно, чиниться пока не надо. Что потом, наверное, найдем. И починки. Да, давно, конечно, я уже. Ой, не Fallout-то мы не проходили. Так, мы сюда убираться теперь еще надо бы понять. Я уже забыл что-то. О, погоди, ядерколы. Возьмем-ка. Что у нас там вес-то? Максимум. Максимум веса. Ладно, что-то не то. Не то. Черт, с управлением еще забыл. Вес вообще не занимает патрон, так что ладно, пока. Берем. Стимулятор, о. Ух ты, что здесь есть-то? Да, перегружены. Ох, сколько у меня здесь всего. Понабрано патронов, конечно, всяким оружием полно. Всякого барахла хватает. Электрический меч. Броня, так. Пополнем-ка. Здоровье. Стимулятор у нас... Старый тоже влияет радиацию. Так, ладно. Ничего. Что, антирад, мы снимем радиацию. Крышечки прибавим. Так. Стелс боя тратить не будем. Черт. Не то, постоянно нажимаем. Так. Возьми на стол. Еще ядеркула. Еще здоровье можно прибавить. Спасибочки. Да, радиация волноваться. Не за что. Незачем волноваться. Так. Да, радиация прибавляется. Чё такое?
Так, мы, кажется, в правильном направлении идем. Нужно убраться с этого здания. Пом сюда. Синий смарт-карта не нужна. Так, а вот и выход. Так, будем искать путь в Пит. Как нам на него добираться-то? Здесь недолго придется. Где у нас карта-то? Так. Где мы находимся? Ну да, это вот как раз... Ох ты. Погоди, так мы можем... Да, можем же переместиться по-быстрому. Так, если мы последуем. Так, какая у нас ближайшая точка? Еще не нашли локацию, понятно. Ох ты, радиовышка, так. Так, ближе у нас будет все-таки Форт Константин, как я понимаю. Пробуем-ка сейчас туда переместиться. Теперь мы хотя бы можем перемещаться. Я забыл уже. Черт, давно уже не проходил-то. Fallout 3. Так, надеюсь, мы туда... Робот. Блин. Давай, в общем-то, споим с этим гадом. Что-то у меня со здоровьем-то. Мало энергии. Критическое попадание, что-то не видно. О, так, несколько раз все-таки... А, туда стреляешь? По-моему, да. Все? У меня здоровья-то нет, не мой. Цепь пуколка это или три, это я. Лучевой. Готов. Так, оба живо. С кем-то воюете? Еще с одним роботом, что ли? Нам вообще в ту сторону нужно идти. Как я понимаю. Пошли-ка отсюда. Не будем тратить время на всякие там мелочи. Металлолом. Если что, можно будет вернуться, наверное, это. Мегатонну. Как я помню еще. Этому отдать. Металлолом-то. За денежки. Хотя какой смысл вообще? Так, осталось 20 только пройти, и думаю, и все, закончим. С этим фоллаутом наконец-то. Блин, еще робот. Так, а я вообще здесь пройду, интересно. По-моему, открыться должна, нет? Да, ворот, открывайтесь. Нам нужно идти в то направление. По-моему, вот сюда. Чтобы добраться до радиовышки, начать, в общем, проходить следующее DLC наконец-то. Какого фига машину взрывать? Блин, песики и все это, и друзья. За мной. Не оставайте. Мы идем в следующее, в общем, приключение. Наконец-то. По миру Фоллаута. Скоро, надеюсь, все-таки... В дальнейшем надеюсь, что багов больше не будет. В других DLC. В это верю и надеюсь. Хочется все-таки закончить, наконец-то, с этой игрой. Окончательно. Жалко, что DLC вот так вот... Так, мне кажется, от этой вышки мы должны идти, нет? В общем, следующий DLC, чтобы активировать. Интересно, что там с другим DLC. Первый, да, в общем, довольно все-таки будет интересный. Операция Anchorage, где мы там симуляторы воевали. Довольно было прикольно. Историческое событие изучали. Да и плюс к всему, Mothership Zeta. Неважно даже, что там. Вот только баг, в общем, нам помешал ее допройти до конца. Но DLC был прикольно. Все-таки на космическом корабле побывать. Не везде не получается. Даже что-то немножко момент это мне напомнил и одну игру, которая называется какая-то про зайца на вот там Бакса Банни. Была на Денди игра. И там, в общем-то, один момент был, когда можно было попасть на тарелку к пришельцам. Даже воевать с ними. Да, девушку мы нашли, отлично. С кем-то воюете, интересно. Перестреливайтесь. Наш. Ну, кажется, нейтральный. Спасибо за помощь. Они все-таки меня отыскали. Я думал, у меня больше времени. Ты по поводу радиопередачи, да? Рискованно, я знаю. Но иначе было нельзя. Теперь ты знаешь, кто я. А кто же ты? Так, по поводу радиосообщения. В чем проблема? Нет, награждение мы не будем вначале? По поводу радиосообщения. Опа, герой, вы посмотрите. Я издалека, с северо-запада. Этот город называется Пит. Там, ну, честно говоря, это чистый кошмар.
Радиация, мутации, болезни. Но самое страшное, что моих родичей, кто уцелел, там превратили в рабов. Думаешь, какие пустяки? Мир несправедлив и все такое. Но у меня есть шанс их освободить. И мне нужна помощь со стороны, чтобы не упустить этот шанс. Да, вот почему за мной охотятся. Я знаю о лекарстве, поэтому они хотят меня убрать. Пришлось сбежать. И можно не сомневаться, что придут еще и другие. В Пите просто ужас творится. Почти все, кто там живет, больны, умирают или того хуже. Это гадость в воде и в воздухе, деваться некуда. Если задержишься там на пару лет, то хочешь, не хочешь, а заразишься. Но мерзавцы, которые угнетают мой народ, нашли лекарство. И как только они его доведут до ума, у моего народа не останется ни единого шанса. Так что нам нужно это лекарство, чтобы выкупить свою свободу. Придумай себе маскировку. Скорее всего, вооруженного жителя пустоши из-за ворота не впустят. Но если будешь выглядеть как обычный работяга, проблем не возникнет. Нам повезло. Отряд работорговцев неподалеку привел товар на продажу. Там можно получить то, что нужно. Они стоят к западу отсюда, у туннеля, ведущего в Пит. Туда и отправимся. Да, да точно. Ладно, раздобудь одежду. Я останусь тут. Встретимся, когда все будет готово. Встретимся у туннеля, ведущего в Пит. Собери пока все, что тебе может понадобиться. Сюда ты вернешься не скоро, имей это в виду. Понятно. Да. Так. Раздобыть одежду у раба. Ох ты, епси-мопс. Придется. Что, нам оружие придется ставить? Может, кстати, будет так пробраться? Ну, явно все-таки лучше, если уж. Так. Где у нас тогда одежда? Не понял. Куда направляться-то? Чтобы раздобыть-то. Туннели, понятно, идем. Интересненько, да. Город Пит, в котором людей превратили, в общем, местных жителей превратили в рабов, плюс ему какая-то там болезнь сейчас, от которой в итоге людей, в общем-то, из которой заболевают, умирают. Всему эти, в общем-то, работорговцами и даже обладают, в общем-то, лекарством, которое может излечить от болезни, но, видимо, никому не дают из местных жителей. Как я понимаю. Так, туннельчик идем. А наши эти... Так, вы за мной, друзья? Не оставайте. Так, эти что у нас? Прикупим у них одежку. Только тесно аптечек, тесно оружие мы. Все остальное это каким-то спрячем, не знаю, или придется оставить где-то. Пожалуйста, свяжитесь с местным архитектурно-планировочным управлением для оформления технической документации. Покупать-то. Мы еще не прибыли туннель-то. Нет, не уедем. Да не его еще пить идти. А ты где? Черт, пускай-то. Ох ты! Ой-ой-ой. Черт, извините, друзья. Здесь там я не останетесь, я постараюсь спуститься, как бы немножко побыстрее. Так, мы долго будем пить. Если будем все так ходить. С этих гор. Так. Где же наш пещерка? Пещерка-то где? Почти дошли. Так, эй, друзья. Песик за нами. А где у нас второй друган? Остался-то. Может, конечно, нам, возможно, не понадобится. Если мы в качестве маскировки, в общем, под маскировку-то проникнем. Так, а вот туннель. Так, а это у нас не враги. Так, маскировка, может, маскировка нам нужна будет. Так, мы нашли туннель, спасибо. Еще уровень получили. Так, и куда нам? Так, работорговцы. Рэмси, с этим что говорить нужно? Ворота загона заперты очень сложно. Привет, ты из Питта? О,
Наконец-то, черт побери! Мы тут ждем уже целую вечность. Ну да ладно. Ты здесь, это главное. Надеюсь, мы заключим сделку. У нас есть трое. Цена обычная, по 200 за штуку. Босс сказал, никакого обмена, только налом. Наконец-то! Вот ключ от ворот! Делай с ними что хочешь, мне наплевать! Да, кстати, гробовщик просит передать вашему человеку. Нам очень жаль, что удалось найти всего троих. В другой раз постараемся управиться лучше. Очень приятно иметь с тобой дело. Так, сколько всего крышечек тоже имеется? Что у нас? Ладно, у нас так много крышечек имеется. 900? Ох, ты понятно, что у нас хватило-то. На 100 крышечек уже накопилось. Отлично. Ну чё? О боже мой! Это правда? Ты нас спасешь? Куда мы идем? Так, я как пойду, нам нужны твои шмотки немедленно. Вы свободны, сперва помогите мне надеть арабское тряпье. Да, нам нужен маскировка, потому что... Что? Мы свободны? Ты серьезно? Заплатить деньги только ради того, чтобы нас отпустить? Ты или самый добрый человек на свете, или самый тупой. Но в любом случае, спасибо. Я могу тебе помочь. Это самое меньшее, что я могу сделать. Что тебе нужно? Вон там, на подстилке, бедняга помер прошлой ночью. Я даже имени его не знаю. Если запах тебя не смущает, можешь взять его барахло. Не будем же это... Мы все-таки положительный персонаж. Играем роли-то. Непременно. И еще раз спасибо. Мы обязаны тебе жизнью. Отлично. Давайте, друзья. Удачи вам. Так, все. А ты что у нас? Уходи, уходи. Не, так, этого понимаем. Ох, ладно. Берем. Перегружено. Так, мы раздобыли одежду, да. Раздобыли. Теперь можно вернуться к нему. Черт, что бы такого выкинуть, чтобы нам не пригодиться. Броня, конечно, нам нужна. Сейчас мы нарастить ничего не сможем. О, как. Сука, на вес теперь. А нет, все равно с весом все нормально. Сейчас мы тогда что-нибудь выкинем. Меч, конечно, не знаю. Вот меч, все это. Шишкебаб. Шишкебаб я оставлю, а там меч выкину. Блин, мне что же просто... Чего выкинуть? Хотя, погоди. Заколки нужны, металлом. Оставляем. Рабский ошейник. А мы вообще, по-моему, задание все выполнили. С чем связано так-то. Ну, выкинем этот ошейник. Блин, а для чего он нужен-то? Ладно, нужно его. Счастливый шар. Связка ключей. Что, нельзя выкинуть? Черт, столько всего выкинуто нельзя. Ладно. Меч выкину все-таки. Ментовка. Она плохого состояния, ладно, тоже выкину. Если что, кажется, хотя можно, если то, думаю, найдем в будущем. Ну и электрический меч, который... Хотя, конечно, блин. Ладно, винтовку выкинем, патрон все равно к ней мало. Все, пошли. Хотя не знаю, как оружие еще даст сохранить. Надеюсь. Ладно, у тебя есть маскировка. О. Отлично. Теперь мы готовы. Встретимся у туннеля, ведущего в Пит. Собери пока все, что тебе может понадобиться. Откуда тут про тут? Я думал, тебе придется переть. У тебя из-за спины. Я отлично умею не попадаться на глаза, когда не хочу, чтобы меня видели. Пара просиков. Да? Что такое? Собери все необходимые припасы и встречаемся у первого туннеля в Пит. Без меня ты никогда не найдешь там дорогу. Город построен на костях рабов. Мы больны и страдаем. Что еще ты хочешь узнать? Этого человека зовут Ашур. Не знаю, откуда он взялся, но власти у него достаточно, чтобы держать в кулаке всех остальных хозяев. А хозяева эти... просто разношерстные мерзавцы и негодяи. Но у них есть сила и оружие. Ашур не дает им перебить друг друга, а они заставляют работать всех остальных. Медея. Она тоже рабыня, как и я. Она помогает организовать рабов. Она будет знать, когда придет час.
Многие из нас родом из Пита, даже большинство. Иногда дети рождаются и выживают, даже несмотря на болезнь. Но городу нужно все больше рабов. Ашур начал их закупать. Думаешь, почему так много работорговцев вокруг, а рабов почти нет? Они все поставляют свой товар в Пит. Как скажешь, герой. Что ты хочешь узнать? После войны это была жуткая дыра. Здания рушились, люди дичали и кидались друг на друга. Кто-то из них изменился. Они забыли, кто они такие. Могли только жрать, спать и убивать, как звери. Кое-кто еще был в порядке, но даже не знаю. В общем, лет 30 назад там появилось братство и устроило большую чистку. Психованных они перебили. Если кто-то хотя бы пытался сопротивляться, бах! А потом забрали то, зачем пришли. Уж не знаю, что это было. И смотались. Ну, Пит — это, конечно, ужас. Но раньше было хуже. Намного хуже. Полный хаос. Каждый сам за себя. Вскоре после моего рождения пришли люди из братства и устроили большую чистку. Убивали всех, кто пытался сопротивляться. Когда они закончили, мертвых было больше, чем живых. Это была бойня. Но они перебили худших из худших. Если бы не братство, не думаю, что Ашур сумел бы стать царем. Это трудно описать. Не самое приятное зрелище. И у всех по-разному. Но чем дольше там живешь, тем хуже становится. Кто-то просто болеет и умирает. Другие сходят с ума совсем. Они живут за пределами города. Мы их называем дикарями. А хуже всего. Ой, лучше бы тебе никогда их не видеть. Те, что превращаются в зверей, забывают, кто они такие. Могут только есть, спать и убивать. Но, надеюсь, лекарство положит этому конец. Город построен на костях рабов. Это мой народ. Мы больны и страдаем. Они там вновь запустили плавильные печи. Заставляют нас размалывать металл и отправлять в переплавку. Никто не знает зачем. Но я уверен, что у их главного, типа по имени Ашур, есть какой-то план. Как скажешь, герой. Мы рассчитываем на тебя. Понятно. Так. Куда нужно идти-то теперь? Карта. Так. Нам пролиться нужно... Эй, чё? По-моему, так-то всё раздобыли-то. Какие припасы нам ещё надо? Не пойму. Чё, и по туннелю тут нужно идти. Я так понимаю. Куда нужно идти-то? Сюда, что ли? Питтсбургский туннель. Ну, пошли. По туннелю. Так у нас всё уже есть. Что? Ух ты, дрезины покатаемся, что ли? Понимаю. Этот туннель идет в сложной системе транспортных путей, ведущих на северо-запад, к Питту. Впереди ждут опасности, трудности и лишения. Вы не сможете вернуться, пока не завершите там свои дела. Желаете отправиться в Питт? Остаться на сочной пустоши, отправиться в Питт. Так. Ну, думаю, отправляемся. Хотя сохраниться, конечно, на этом месте надо. Погодите. В всех случаях. Делаем сохранение. Поехали, в общем. Пора. Думаю, что еще искать-то? Думаю, да здесь хватит всего, что есть. Думаю, должно хватить. Потому что будем ли едим, еще искать эти запасы. Так, псин ждет вас снаружи на двери, убежище 101. Понятно. За ним сходим. Фукс вернулся в исторический музей. Ясно. Что мы их на этом найдем? Постой, ну, иди. Кто-то идет. Говорить буду я. Все ясно. А ты с оружием спрятать можно? Или с оружием у нас? Ладно, берем кулаки, пойдем так пока. Да, такой у нас костюмчик.
Лицо кошлан героя что-то нельзя увидеть почему-то, ладно. Эй, эй! Что вы здесь делаете? Ну, я могу спросить тебя о том же. Ты, Вернер, совсем оборзел, если решил сюда вернуться. Да? Ну, наверное, в этом мы с тобой и расходимся. У меня хватает смелости борзеть, а у тебя нет. Мы просто... Эй, вырода! И чё, воевать придется? Блин. Не того. Блин, извини. Блин, да ёпси-мопси. Вот он. Получай. Ну и куда-то рынулся-то. Чё, мне нужно броню надеть? Попросту. Так. Бафа пригодится. Симулятор. Тихо, тихо, осторожно. Берем. Так, медикс тоже. Патрончики. Может, броню-то надеть там, думаю. Может, мы тогда и не сможем пробиться-то. Штурмовая винтовка. Броню другую надеть нельзя, или мы миссия провалена. Куда нас этот ринулся-то? Ладно, друзья. Ничего, сами разберемся. Уж броню надеть, это мне так быстро убьют просто. Наверное. Или уж не стоит. Все равно мы воюем, так что какой смысл-то? Поехали. Вы сами просились, друзья. Готов. Красавец. Бошку просто оторвал. Покатилась. А, это готов. Че, нас это прикрывал, что ли? Друг. Так, нам сюда, видимо, идти. Револьвер, патрончики, только так, револьвер не будем брать, бафа вот точно пригодится, вес больше носить можно. Полезная штука. Крышечки тоже нужны. Становится все. Пока не будем. Магнум, у нас, конечно, неплохое состояние, нужно починить, было неплохо. Ну что, все? Пошли. Что, броню снова надел? Видимо, все равно, видимо, ничего не удалось. Хотя, может быть, еще тех смотреть. Мне патронов хватает, если что. Не буду их обыскивать. Хотя... Ладно, пошли. Взломать нужный ключ. Ничего будем делать. Так, а может, у них где-то ключ есть? Стимулятор. Патрончики. У кого-нибудь на ключике, может быть. Пошли посмотрим-ка. Все-таки. Если нет, будем взламывать. Так. Может, кто у кого-то из этих рейдов, этих иностранцев есть ключ. Должен же быть. Неужели ничего никого нет? Стимулятор, крышечки. Патрончики. Так, понятно. Еще можешь залезть. Где еще один-то был? Может, где-то здесь ключ? О! Тират берем. Так, симуляторы. Заколочка пригодится. Еще боеприпасами. Где-то еще был какой-то, по-моему. Или он как раз там бегал-то. Где же еще-то были? Что-то ниже никого ключа нету. Не может быть так, что придется открывать. Что ли? Ну этой главной-то нету. Медикс. Кто к нам подошел-то? Ладно. Если что, так откроем. Где у нас этот дружочек там ждет? Будем открывать так. Ключей у нас нету. Или вот у нас откроешь, может? А, так у нас открыть. Дальше я идти не могу. С этого момента полагайся только на себя. Не надейся взять ничего с собой.
Тебя обыщут и все отберут. Но я придумаю, как передать тебе твои вещи. Когда окажешься внутри, найди рабыню по имени Медея. Она тебе поможет. Помни, твоя цель — подобраться к Ашуру и достать лекарства. После этого я с тобой свяжусь. Ну, разве что пистолет или нож, если сумеешь как следует спрятать. Я могу с этим помочь, но не обещаю, что они не обнаружат и не пристрелят тебя на месте. Тебе пистолет или нож? Так, стоит ли нож? Ножом, конечно, давай лучше пока пистолет все-таки. Ладно, держи. Не знаю, поможешь ли сюда. Не доставай его, пока конечно. Не пройдешь ворота. Что нужно делать тебе, ясно? Так, понятно, спрятанный так. На Тимилину нужно, да. Вот и все. Удачи! Мы рассчитываем на тебя. Миссия будет интересная явно. Так, теперь же нам надеть броню. Снимать все. Так, отлично просто. Все отберу при этом. Зараза. Ненавижу ее. А, ладно, все, уберем туда. Так, ну что. Прощай, верно. Сохранимся в этом месте. Мы думаем, интересно, DLC. Вот так вот пока что. Прямо как в Думе. Любят они набирать оружие. Бездезда та же. В Думе тоже отбирали. Попадали в чем-то в локацию ад и сразу же отбирали оружие, приходилось все заново искать. Надеюсь, здесь не надо будет его искать потом. Да уж, мостик. Видимо, как раз путь. Значит, смысла собирать сейчас ничего нету. Все отберу прямо. Подчистую. Welcome to Pit. Спасибо. Вы нашли Pit мост. Еще получим уровень. Посмотрим по карте. А вот он, видимо, этот мост. Понятно. Это отдельная локация такая, нифига себе. Угу. Понятненько. Нижний город, заводской двор, верхний город, крепость. Нам нужно, в общем-то, цель найти сначала Медею, потом, в общем, нужно будет каким-то образом забыть лекарство этого Ашура, главного их. О! Черт. На мин нарвался. А. Здесь мин повсюду, сволочи, расставили. Погоди-ка. Как-то помедленно надо. Как-то помедленно идти-то. А хотя, может, успею сейчас. Разминировать мины, что можно. Я могу. Могу мины разминировать. Так, а клади, как мне здесь пролезть теперь-то? Я должен здесь пролезть. Понятно. Что, мины разминируем? Пригодятся. Так, это нас атаковать не буду, да? Собачки-то. Хотя у нас мы уже прокачались там, что у нас... Эти живые существа нас не, в общем, не должны атаковать. Что? Так, вон это. Нас не видит. Еще мина разминируем. Еще. Ох, родец-то какая. Понятно. Разминирую. Я их быстро. Я иду, Кать. Эй, не стреляйте. Блин, соучи, что делаете? А, блин, нас атакуют. Черт, что вы атакуете меня? Я пришел просто. С миром. Зараза. Что теперь должен делать-то? А, блин, это дикари шельте. Куда я должен теперь идти? Меня со здоровьем сняли. Ой, не закрывать. Этот шуляшу, мекс какой-то.
Ха-ха! Мне это нравится! Еще один раб погулял и вернулся, да? Да, даже через мост перейти не удалось. Не удалось мост. Считай, тебе повезло, если я тебя по стенке не размажу. И с какой стати мне... Постой. Что это еще? Да вы полюбуйтесь. И откуда у тебя все это барахло? Ладно. Было твое, будет мое. Ну и везет же мне сегодня. А теперь иди работай. В другой раз я тебя трогом на корм оставлю. Ну, пока твое. Ты не знаешь, с кем ты связался. Нужен ключ. И что, откроем в будущем, думаю, обязательно. Все это. Зачем можно было просто перестрелять нафиг? Хотя, может, не получилось бы. Надо было все-таки повоевать с ними. Или нельзя это делать, конечно, на самом деле, это задание-то. Хотя хотелось бы, конечно, этих там порешить чертям собачьим. Все забрал мне, да? Сейчас проверим. Только револьвер остался. Ну да. Патрончики. В общем, то, что нам дал как раз. Надеюсь, он по моему оружию вернет. Так, задание разрешено проникнуть в спит, отлично. Первая часть задания выполнена. Сдохли. Если не заговоришь, отправишься к ним. Но задание вредные условия труда. Я знаю. Что нужно делать? Таким образом-то. Так, задание кое. Так, найти Медея нам нужно. Медея, понятно. По-хорошему. Будем или искать. Я все кости переломаю. Выбирай. Ладно, как скажешь. Говори уже, дерьмо мудак. Будем искать. Что на аптечке собрали, конечно. И хил нас постреляли. Будем искать Медею. Так, а мы найдем куда-то сюда нужно идти. Может туда дальше. Или здесь мы найдем ее. Мы будем сейчас ее искать. Медею-то. Ты от Вернера, да? Хорошо. Наконец он кого-то нашел. Нам нельзя встречаться у всех на виду. Приходи ко мне домой, как только сможешь. Там и поговорим. Понятно. Давайте прямо сейчас пойдем. Встретиться с Медеей в домашней обстановке. Что нам нужно делать? Какой у нас следующий план? Чтобы свернуть этих говнюков. Найти три касса. Спасить им сам людей. Как там говорил этот Кевин-то. Спасти мир. Девицу. Найти лекарство от вируса. Здесь, в общем-то, мы спасем город и уничтожим этих гадов и найдем лекарство. Не забудьте. Что такое было? Надо. Его последовать мы явно не сможем, наверное, не дадут. Так что лучше пока не будем ничего последовать. Иди хотя, может, получится, можно? Нельзя, чтобы нас... Позбирать это все. Не здесь. Понятно, заходим. Хорошо, можем поговорить, только недолго. Они видели, что ты идешь сюда, так что если задержишься, они за тобой придут. У меня есть план, как тебе попасть к Ашуру, но придется подождать. А пока постарайся не привлекать к себе внимания. Не знаю, что тебе удалось увидеть по пути, но охрана не любит рабочих, которые просто так стоят без дела. Учись изображать бурную деятельность, а то тебя быстро вычислят. И стоит им приглядеться, они сразу поймут, что ты не отсюда. Так что я пошлю тебя на работу, где ты не будешь мозолить охране глаза. Снаружи литейного цеха полно старых стальных чушек. Периодически мастер отдает приказ их собирать. Это, считай, смертный приговор. Поэтому они сами никого не назначают. Заставляют нас самих выбирать, кто пойдет. Мерзавцы. Так, дополнительно получить оружие Марка. Разобудить чушек на заводском дворе. Понятно? Да? Там полным-полно трогов. Интересно, что правда, что все-таки троги впервые слышу. Так кто новый вид, что ли, врагов появился? Это то, чем мы надеемся никогда не стать. Зараза у всех проявляется в разной степени. У большинства людей это что-то типа рака. Иногда болезненно, иногда нет. Но есть такие, кого зараза сводит с ума. Если она их не убивает, тогда они меняются. Становятся животными, уродливыми и жестокими. Чудовища.
Они проникают повсюду и убивают все, что движется. Понятно. Так, оружие. Ничем не могу помочь. Поспрашивай вокруг. Может, у Марка на заводе. Он делает оружие из наших инструментов. А может, тебе удастся снять пушку с трупа одного из хозяев на заводском дворе. Они... Что там такое? Что такое? Что происходит, Медея? Кто это? Ничего, ничего, сэр. Я тут новому работнику рассказываю о новом задании мастера. Да? Так это он пойдет на заводской двор, да? Да, сэр. Я рассказала ему все, что нужно. Он в курсе. 10 чушек. Чем быстрее, тем лучше. Надеюсь, попрощаться ты тоже не забыла. Ладно, игры кончились. За дело, работнички. Хватит Понятно. На меня коситься, выродок. Угу. Ты пока только такие радостные. Так, ничего. Так, дополнительно получить оружие Марка. Забудь 10 чушек на заводском дворе. Идем. Да. Надеюсь, в общем, все нам понятно будет, куда идти. Не забудемся. Так, куда мы нам идти? Понять. Вначале. Хотя у нас, конечно, скрытое оружие есть, что? Можно пригодиться, как раз. Так, нам сюда. Видимо. Думаю, задание будет, в общем, квест в Бедлосе будет интересный, явно. Так, завод. Туда, куда же надо попасть. Надеюсь, багов не будет. С этими багами, конечно, не проблема только. Так. Отлично. Отсохраним. Угу. Что нам нужно сделать-то? Дополнительную серию, видимо, можно, конечно, не выполнять. Но все-таки стоит выполнить. Тут, видимо, две карасцели. Так, где у нас дополнительная? А вот Тима, наверное, Марка сейчас мы найдем. В скором времени. Так, ты у нее с ней Марка. Как я понимаю. Где у нас зачем тут Марка? Куда мы идти? Так, куда ты сюда, что ли? Нет, не ты. Черт. По небу еще их искать. Где-то Марк нам искать надо. А, вот он. Осталось недолго. Нашли мы. Эй, не так громко. Хозяева не знают, чем я тут занимаюсь. Оружие. Много оружия. Кое-что должно случиться. Очень скоро. Я беру детали, которые мы находим во дворе. И кое-что из инструментов. И делаю из них оружие, с которым можно идти на хозяев. Да, это о тебе мне говорила Медея. Тебя прислал Вернер, так? Я смогу тебе помочь. Возьми вот это. Называется автопила. Нравится, да? Я такие мастерю из автомобильных запчастей, которые собирают по городу. Делай с ней что хочешь, но с хозяевами поосторожнее. Если засекут, тебе конец. Понятно. Автопила. Че, все? Раздобыли автопилу. Ничего, ничего себе. Прям, в общем, такой-то... Вспоминаешь, аж тут же Дум, где у нас тоже пила была оружие, по-моему. Нет, и бензопила. Ну, бензопила, точнее, назывался, да? Да, понятно, пригодится. Это пила. Что ж, теперь пора отправляться. С этими чушками какими-то непонятными. Что это такое, конечно, интересно. Узнать. Так. Куда нужно идти-то? В каком направлении, интересно. Так, сюда, что ли? А, это тебе так повезло? И ты идешь для меня собирать стальные чушки? Гейка, это я, да. Приятно видеть столько энтузиазма. Отлично, пойдем со мной. Радуйся, собираем для тебя чушки. То бы ты в этом собирал, кормил мух всяких. Тебя на сбор чушек поставили? И кого тебе удалось так достать, чтобы получить смертный приговор? Впрочем, ничего не говори. Все равно протянешь недолго. Угу. Переживем тебя еще. Не волнуйся. Знали бы они, с кем они. С кем они ходят. Подозрительно твое дружелюбие.
Позорите на твое мое дружелюбие. Видишь, если даже выживешь, то дальше тебя ждут эти психи у доменной печи. А, вот эти, что ли? В общем, да ладно уж, не проблема. Постарайся, у нас есть оружие. Убиться поближе к выходу. Тогда мне не придется далеко идти, чтобы обшарить твой труп. Угу. Зарыкши маловато, уж плохо. Ну ничего, проживем. Если что, сварим от них. А если что? За пилой будем, в общем, тех крошить. Вот дверь. Выходи и хватай чушки. Не возвращайся, пока хотя бы десяток не наберешь. А нет. Сдавай их мне. Я постараюсь слегка облегчить твою жизнь. Так, время закончилось. Ну ладно. Сюда нужно, да, идти. Забудьте 10 чушек на заводском дворе. Симулятор принят 335, визит знакомств 9, вечных отношений 40 и тому подобное. Да, все мы потеряли. Ладно, ничего, будем искать. Но это мы займемся уже в следующей серии по номерам, которая будет. А, какая там была по счету-то? Счет-то уже забыл, какая серия. По счету тоже будет. На какой там остановился-то. В общем, в следующей серии мы продолжим проходить DLC за Пит. Думаю, дальше все будет интереснее. Это пока что все. Если вам видео понравится, сходите продолжение данного прохождения, то ставьте лайки. Обязательно оставляйте свои комментарии, свои мнения, точки зрения, свои советы, свои впечатления, свои пожелания еще больше прохождения. Это пока что все. С вами был Михаил. Всем удачи. До скорой встречи. И всем пока. До скорой встречи.